Привет, мы с вами находимся в Филях, и здесь, на западе Москвы, здесь от Всеславянской улицы и Электродепо Фили и до Новозаводской улицы, промзоны Фили, проходит физкультурный проезд. Недалеко находится станция метро Багратионовская, голубой ветки метро. На улице также находится детский парк Фили, я о нем рассказывал, когда мы с вами встречались на Большой Филевской улице. Немножко о нем говорил, ну, может, потом более подробно расскажу, когда мы встретимся, если будет возможно. Ну, проезд небольшой, видите. А жилые дома находятся только по одной, ну, в основном только по нечетной стороне этого. И, во-первых, всего только три дома жилых, да, здесь находятся. И все они находятся только по нечетной стороне. Вот, поэтому называется проезд. Ну, а, соответственно, по четной стороне там в основном находится вот этот вот как раз, собственно, так сказать, стадион, да, стадион Фили. Ну, и поэтому, в общем-то, так этот проезд называют. Поэтому называется проезд. Не улица, а именно проезд. Потому что дома жилые только с одной стороны. Проезд был у нас в 1958 году по стадиону Фили, который как раз примыкает к этому проезду. Вот. Ну, он находится между Большой Филевской улицей и физкультурным проездом. Ну, как раз вот он примыкает и, собственно, между ними находится. Такую довольно большую территорию занимает. Это физкультурный проезд. Жилые дома здесь все советского времени постройки. Это два пятиэтажных дома, построенных в 50-х годах, и один девятиэтажный дом, построенный в 1973 году. Кроме того, также на улице, на проезде находятся два детских сада, причем один от завода центра имени Хруничева. Вот, поликлиника, здание под номером 6, трехэтажное типовое здание, отдел МВД по району Филевский парк, здание под номером 2, бывшее 40-е отделение милиции. Ну и самое главное здесь, конечно, это центр физической культуры и спорта Фили, вот, который числится, правда, по Новозаводской улице, но находится фактически на физкультурном проезде. Это бывший стадион Фили, который до сих пор принадлежит научно-космическому центру имени Хруничева, включает в себя футбольное поле, хоккейную футбольную площадку, поле для регби и спорткомплекс. А также рядом находится дворец водного спорта Фили и спортивно-оздоровительный комплекс «Звезда». Но они, правда, выходят уже на Большую Филевскую улицу. Но все равно примыкает к этому проезду. Так что такой, можно сказать, такой физкультурный спортивный городочек такой небольшой здесь находится. Поэтому так, такое название проезд получился. Название вполне актуальное. Оно справедливо не только для советского времени, когда он возник, но и для настоящего времени тоже. Потому что до сих пор спортивные объекты здесь сохраняются, физкультурные. Ну так, ничего интересного здесь нет, если вы не хотите посетить вот этот вот физкультурный объект, да, в принципе, особенно смотреть тут нечего. Ну а добраться лучше всего, конечно, от метро Багратионская, дальше пешком через Всеславянскую улицу к началу этого проезда. Вообще транспорт по проезду не проезжает. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.